На площади Ленина трамвай Советской улицы поворачивал на улицу Урицкого. Сегодня мы ее называем Трехсвятской. По крайней мере, так было до 1976 года, пока трамвайные рельсы не перенесли на бывший кооперативный переулок, ныне Тверской проспект. Сегодня многим кажется, что Трехсвятская слишком тесная для трамвая. Однако кинохроника не даст нам соврать. Как вы видите, по этой улице все время ходили и пешеходы, и трамвай, и автомобильный транспорт. В годы Великой Отечественной войны, когда Калинин был захвачен фашистами, трамвайное движение прекратилось. Однако уже вскоре после освобождения трамвай вновь появился на улицах нашего города. Вот эти кадры сделаны в январе 1942 года. На два месяца раньше срока, в ноябре 81 года, мост был готов. Его открыл член ЦК КПСС, первый секретарь Калининского обкома партии, товарищ Леонов. Дверь всегда находилась на перекрестке пути. В XVIII веке она оказалась на главной дороге, соединяющей Москву с Петербургом, и испытала влияние северной столицы. Недаром в то время родилась поговорка «Тверь – городок, Петербурга – уголок». Сюда приезжал знаменитый архитектор Росси. Thank you.
Thank you.